Соответственно, как ты относишься к медитации как к практике? Вот чтобы 20 минут, не меньше, человек сидел и что-то происходило. Я же все-таки какое-то отношение имею к медитации, можно сказать. Так, что Ну, ты я думаешь? считаю, что медитация это то состояние, когда ты можешь узнать себя. Каждый день, каждую минуту ты можешь познавать себя. Если говорить о слове медитация, я не знаю, медитация это или нет, но у меня каждый день, как правило, это ночью, у меня уходит на это, ну, часа час-два, бывает и четыре. Я погружаюсь в себя, и для меня вот это то время, когда это мое время, когда я в себе, когда я в космосе, и это клево. Это обязательно, как это же, как без этого? Мы в состоянии, просто не всегда это осознаем. А когда Я это делать принимаю. осознанно, это по-другому уже, по-иному.